Сегодня в Тарасском региональном университете прошла международная научно-практическая конференция. На мероприятие специально приехали ученые из Узбекистана, Турции, Кореи. В рамках конференции был презентован новый кабинет в стенах университета, основанный на учении Абая Толок Адам. Подробности уже через несколько секунд. Инициатором открытия кабинета в рамках концепции Абая стала кафедра казахского языка и литературы. Он оснащен всем необходимым, а красота идеи целостного человека дополняет картину. Абайдың өмір сүрген кезеңіндегі қазақтың даласы, қазақтың халқының өмірі, жағдайы, кезеңі. Ал Абай осындай өркендеген, жаңағы дамыған ел болғанымызды, бірінші болғанымызды, біздің Қазақстанның әлемдік деңгейде өзінің орны бар болғанын аңсады деп, армандады деп, біз осындай бір экспонат осындай жасадық. После церемонии открытия кабинета стартовала международная конференция с целью дифференциации современной системы образования. Речь шла не только об обмене опытом, но и о работе, проводимой в регионе. Один из ее примеров – это региональный молодежный резерв. Кроме того, было рассказано, что 10 преподавателей учебного заведения, получивших поддержку со стороны государства в этом году, отправятся за рубеж. Необходимо увеличить количество получающих образование после вуза на 10%. Кроме того, обеспечить грантами молодых ученых, чтобы поддержать их. В международной конференции приняли участие ученые из зарубежных стран. Они обменялись опытом на такие темы, как связи узбекской и казахской литературы, парадигма культурного наследия и Global Trends in Korea. Данные обсуждения способствуют введению новшеств в образование. Также преподаватели из других регионов страны обсудили современные образовательные программы, например, такие как цифровые гуманитарные науки. Сегодня я рассказала о научных тенденциях в области гуманитарного образования. Это цифровизация архивов, например. Данная конференция станет еще одним важным шагом в научной сфере для вузов нашего региона и их развития в будущем. Мадияр Салыков, Аслжан Шымкент, Айкын Акпарат.